В рамках программы формирования комфортной городской среды в этом году будут благоустроены парковая зона во втором микрорайоне и 3 дворовых территории. Уже полным ходом идут ремонтные работы во дворе многоквартирных домов 7 и 8 4 микрорайона. На сегодняшний день подрядная организация Рославская ДСПМК-44 занимается бордюрами, вывозом строительного мусора и в дальнейшем приступят к асфальтированию проездов. Данным проектом предусмотрено расширение парковок в целях того, чтобы у людей было больше возможности припарковывать для временного пребывания свой автотранспорт. Я вижу, что на парковке присутствует личный транспорт. И скажите, пожалуйста, вот сейчас, когда они дойдут до вот этой машины, они приостановят, что ли, работу? Конечно, они приостановят работы, хотя у нас по графику жесткие очень условия аукциона, определены рамки проведения контрактов. И была проведена достаточно большая работа и администрации, и управляющей организации «Смоленская АЭС-сервис» по предупреждению собственников данных многоквартирных домов о том, что нужно освободить площадки в связи с тем, что будут проводиться строительные работы. Строительные работы производятся эти для собственников, для улучшения их нормального проживания в этом доме. Поэтому призываю жителей внимательнее отнестись к тому, что висят объявления. Не просто так они висят с целью того, чтобы не прекращать работы, которые начаты подрядной организацией. В следующих выпусках мы расскажем вам о дальнейшей работе федерального проекта «Комфортная городская среда», а также как развивается муниципальный проект «Любимый город».